дорогие студенты и уважаемые сотрудники нашего вуза! Сегодня я рада вас поприветствовать на втором выпуске самого захватывающего шоу, которое называется «Шоу УИКТУ», в котором студенты против сотрудников борются за победу. В первом выпуске победу одержала команда сотрудников. Кто же одержит победу в этот раз? Как вы думаете, кто одержит победу в этот раз? Сотрудники! Сотрудники более уверены в себе. Это тоже хорошо, неплохо. Приступим к тому, что я представлю вам наших новых участников. Начнем с команды сотрудников. Жанна Александровна. Всем привет и здрасте. Аида Советовна. Елена Анатольевна. Это я. И Индира Кайратовна. Теперь перейдем к команде студентов. Аня, Данил, Ажар и Батыр. Аплодируем друг другу, поприветствуем друг друга. Итак, перейдем к тому, что командам нужно будет придумать себе название. Наша команда называется «Импульс». Импульс. Всегда вперед, всегда назад. Не двигайся никогда вперед. Неплохо, неплохо. Это жизнь и каламбур. Отлично. Так, команда студентов. Наша команда называется «Черепашки-ниндзя». Так же, как и в первом выпуске, наши конкурсы проверяют наших участников на ловкость рук, меткость, ну и на обычную удачу. Ну что, начнем и переступим к первому конкурсу. Итак, наш первый конкурс называется «Кто хочет дуть?». Правила таковы. Участники по очереди задувают свечки на столе. Самая длинная попытка среди всех команд получает 3 балла. Ну что, начнем? 1, 2, 3, Ну, Аида Совет. Ну ладно, ничего. Команда студентов. Команда студентов начинает первых. Я буду отмечать стикерами. 1, 2, 3, начали. Так, все. Так. Отметила первый результат. Так, продолжаем. Вот это да. Дует неплохо, да. Да, это точно. Дует нормально так. Так, переходит следующий участник. Давай. Стоять. И... Такой же, да, такой же результат. Да. Стабильно дует. Я отмечаю. Так, остается последняя участница с черепашек-ниндзя. Давай. И... Молодец! Учитель! Она с нами! Итак, Аида Советовна. Неплохо, почти! Отлично, отлично. Оказывается, сотрудники не так плохо, да, дуют, как они тут? Все, вы тоже должны быть здесь. Третий участник, кто у нас будет следующий задавать? Поддержим, поддержим. И... Сосредоточились. Давайте, последний участник. Шанс на победу еще есть. Да блин. Так, по подсчетам, по результатам, 4-0 в пользу черепашек. Да. А почему 0? Что такое ноль? Итак, мы переходим ко второму конкурсу, который называется «Перевертыши». Прекрасно.
Так, объясняю правила игры. По одному человеку из команды должен подойти к столу и перевернуть стаканчик, чтобы он встал на дно. Кто первый перевернет все 4 стаканчика, тот и получает 4 балла, а значит, тот и выигрывает. Будет по 2 раунда. Ну что, начнем? Раз, два, три. Переворачиваем, ставим стаканчики обратно, переворачиваем. Один стаканчик у команды «Импульс», второй стаканчик у команды «Импульс». Так. Команда «Импульс» вырывается вперед. Третий стаканчик. Так. Команды студентов пока что очень сильно отстают. Остался один стаканчик у команды «Импульс». Первый стаканчик у команды студентов. Ты сразу считай, двигай себя, чтобы они далеко не отстали. Студент, давай. Пока что только один стаканчик у команды студентов. Почти, блин, чуть-чуть, почти. Аня, делай. Ну, блин, ну почти, почти. Аня, давай. Почему? Пока что счет остается такой же. Первыми успела перевернуть все стаканчики команда «Импульс». А это значит, что счет у нас составляет 4-0 в пользу «Импульс». Общий счет 4-4. Команды выбрали участников. А это значит, что мы можем начинать также на счет 3. Раз, два, три. Начали. Полет стаканчиков. Не теряйте стаканчики. Пока что 0. Держимся. Команды помогают своим собирать стаканчики. Поддерживают. Так, чужие стаканчики не воруем. Так, а не бачу. Тебе не надо. Стаканчики друг у друга не воруем, не воруем. Обои. Так, первый стаканчик опять же есть у команды «Импульс». У нас тоже. У команды студентов тоже есть стаканчик. Продолжаем. Продолжаем. Давай. Как же не волноваться в таком положении? Пока что один счет. Догоняет команда «Импульс». Продолжаем. Так, команда «Черепашек ниндзя» решила сразу по 2 стаканчика подкидывать. Так, аккуратно. Так, подкидываем так. Подкидываем так, чтобы не мешали чужие стаканчики. 3 стаканчика у команды студентов. Другой команде. Так, сосредоточьтесь.
Еще есть шансы. Еще есть шансы. Вот это поддержка. Вот это... 3-3. 3-3 по одному стаканчику осталось. По одному стаканчику. Тоже. Вот это напряжение растет. Команда импульс. Несмотря на то, что я модератор. Команда импульс. Команда импульс выиграет в этом раунде. Итого, счет 8-4 в пользу команды импульс. Поздравляем! Переходим к последнему решающему конкурсу, который определит, какая команда выиграет. Она называется «Водяная дженга». У нас есть стакан, и у каждой команды есть по бутылке воды. Вам нужно будет по очереди, по одному, по очереди именно, наливать стакан воды, и у кого первого вода зайдет за край стакана, тот и проиграл. Ну что, начнем? Подходим к команде поближе. Кто будет первым наливать? Суефа. Нет. Давайте, команда черепашек ниндзя начинает первая. Да, вам нужно будет аккуратно думать, логически раздумывать свою воду. Так, черепашки ниндзя решили налить полный стакан воды. Но если она у них выльется за край, они проиграют, я напоминаю. Ну, я напоминаю просто. Она так уверенно льет, как будто бы уже, ну, раз уж... 4-8, навряд ли уже есть. Аккуратно. Команда, аккуратно. Аккуратно. Дайте шагам тебя, дайте полить другой команде. Все, хватит уже, сколько можно. Умно. Следующая команда. Так, участники продолжают по очереди делить воду. Так, не мешай. Тихо. Ты что, угораешь? Это не... Так, потихоньку. Тихо, не трясите, не мешайте другим командам. Ну так и что? Никто проигрывать не собирается, все прям так по чуть-чуть. Все, пошла дальше. По результатам третьего конкурса со счетом 8-8 у нас ничья. Поздравляем обе команды. Спасибо большое вам за участие в нашем шоу. Прощаемся с другом. Да. Все, все-таки ничья, как никак. Все, спасибо большое еще раз всем за участие в нашем шоу. А с вами мы увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока!